Итак, я сейчас на кухне, готовлю кушать, готовлю супчик, потому что мы уже давно жидкого такого не ели, супчика не ели, и вот захотелось чего-то такого горяченького. Вот нарезала здесь лук, картошечку, морковку, и буду варить также рис, с рисом делать. Кстати, вот такая вот целая упаковка большая. Ой, у меня тут на заднем фоне Алена. Аленка Рубина Гудина, я ее обожаю, постоянно смотрю. Вот, тем более она сейчас в положении, вообще очень рада за нее. Ну ладно, не об этом. В общем, рис, вот такая вот целая упаковка, стоит 100 с чем-то бат. Вот, здесь очень много его. Я даже не знаю, сколько здесь килограмм. В общем, неизвестно, сколько же здесь килограмм. 2. Вот. 2 килограмма, стоит 100 с чем-то бат. И это покупали в Family Mart, вот обычный вот такой вот рис. И хотела вам показать, забыла показать на 8 марта, вот свои цветочки, которые мне любимый Ванечка подарил. Вот такие вот мои любимые цветочки. Я забыла, как они называются. Вот еще бутончики не распустились, будут тоже распускаться. Они, кстати, очень долго стоят, и это тайские такие цветы. Очень красиво, они еще пахнут приятненько. Вот. Ребята, всем привет! Сегодня ко мне пришло вдохновение, и вот я сейчас еду на пляж. Хочу для вас поснимать видео. Вот, заодно прогуляюсь, может быть, позагораю, хотя уже 4 часа, да, скоро уже солнце будет заходить. Вот, и заодно поснимаю также бложек. Так что, если интересно, то оставайтесь со мной. Погодка сегодня отличная. Сегодня днем было очень жарко, поэтому я собралась только после обеда, чтобы поснимать. Потому что днем было просто невыносимо. Я выходила на балкон, и я просто плавилась от жары. Вот, сегодня градусов 32, так точно, как минимум. Фух. Так, сейчас буду идти вдоль дороги и ждать байкера-таксиста. Потому что здесь идти далековато, в принципе, можно и пешочком пройтись, прогуляться. Но по такой жаре не очень хочется идти, поэтому... Плюс здесь собаки повсюду бегают, которые меня пугают. Моя тень. Птичка, птичка хочет на свободу. Заперли ее в клетке. Вышла к какому-то отелю, а здесь очень много людей. Прям не знаю. Ищу себе место, где бы поснимать. Здесь очень много туристов. Вот, и, кстати, вон море такое голубое-голубое. Там как будто огорожено специально. Вот почему все тут собрались. Там свадьба. Красиво, так спокойно, красиво. Людей, кстати, здесь очень много. И здесь водичка мелкая, здесь много с детьми. О, уже начинается мероприятие. Ну что ж, будем ждать невесту. Thank you.
Нашла какой-то более-менее спокойный дворик, где людей вообще практически нету. Даже не знаю, здесь поснимать или еще куда-нибудь пойти поискать. It's a big or small? Big. So you know what? Tomorrow I'm here in the beach. Напоследок вам засниму вечерний наш остров, Самуи. Солнышко уже зашло, так что буду уже с вами прощаться и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!